Друзья, всем добрый день, здравствуйте и приятного аппетита тем, кто кушает или пьет чаек. Смотрим бой против принца, посмотрим, так, с кем я играл. Вот данный противник у меня тоже был. Ну, вообще ни о чем бой. Вот с этим парнем был бой. Так, тоже 19-й. Вот, в общем-то, против принца посмотрим. Уже второй раз с ним в турнире играю, второй раз он меня убивает Зевсоградом. Чем чаще будем встречаться, тем я его, наверное, запомню. А пока сливаемся. Не было авиации. То есть он третьим штабом выиграл мой четвертый. Не отрицаю того, что у меня были ошибки в бою. В какой-то момент времени я там одну армию не законтролил. И, возможно, это стало причиной всего. Да и карта не очень удобная. Из-за того, что здесь холм. И нельзя на Зевсоград нападать. И на базе тоже не посидишь, потому что тебя сверху расстреляют. И как быть на этой карте, не знаю. В общем-то, собрал я ресурсы по мини-карте, вы видели. Очень хорошо. Идем в развитие. То есть ресурсов, ну, неплохо, достаточно, в общем-то. Ставим 4 и 5 центр снабжения. На красной стройке выхожу в третий штаб. Пока я его базу не разведаю, потому что в этом нету необходимости. Разведчиков поставил по карте. То есть... И благодаря лесу хотя бы можно разведку поставить, потому что был один боец у меня. Он мне хотел зарашить молота пехоциклоном. И то есть вовремя отправив к нему на базу койот, я успел, в принципе, это отбить. Впритык, но отбил. Так, смотрим его развитие. Третий штаб идет. Третий он уже вышел. Я чуть-чуть раньше вышел. Но у него карточек умений настройку больше. То есть... Я хоть и раньше нажал улучшать штаб, где-то, наверное, секунд на 15, но он, в принципе, как и я, вышел по времени. Просто за счет карт умения, там, стройка у него выше. Так, добыча 1282 единицы пока в минуту ресурсов дает. Так, мой бот сливается без шансов. На 3.37 апнул 4 штаб. Апнул бы я его раньше, но я поставил, считай, завод штурмовых машин и сделал койота. Койотом сразу уезжаю. Не просто так я по центру проехался, а чтобы вражеский отряд поехал за моим койотом, потому что на базе у меня ничего нету. И две крепости с легкостью сломают мне мою вышку. Что здесь? 3, 4, 5, 6, 7 CS, один завод Зевсов и вертексы. То есть третий штаб играет. Ускоряемся. В принципе, можно еще ускориться. Тут будут вертексы летать. Ну, в этом смысла нету. Смотреть, как они здесь будут летать. Здесь мой бот убивает вражеского бота из-за того, что я оттянул вот этим мувом посередине крепости заранее. И, в принципе, нормально. Делаем. Ну, здесь уже вертекс летал. Он атаковал завод Хамелеона. При этом я включил голд воздух на всякий случай. Так, делаем здесь Ягахам. Два завода Ягуаров. На самом деле, в следующий раз, наверное, буду играть вместо второго завода Ягуаров. Завод до кречетов. Ну, это кречеты работают, конечно, когда противник играет Зевсоградом. А знать, что там именно Зевсоград, тоже не всегда получается. Вот здесь я, конечно, накосячил бустом и промахнулся. Всего лишь три Ягуара, то есть... Вот уже грады начинают настреливать. Вроде бы добавили, да, новые кнопки, получается, раскладки и складки юнитов, но я все равно путаю и вместо, допустим, раскладки нажимаю складывание ягуаров. Вот в этом моменте я где-то здесь вообще про армию забыл, вот просто забыл, потому что я здесь пытался управлять ей. И здесь, видите, я тупо ее слил как дурачок. Это, наверное, в принципе, и была моей ошибкой. Я поэтому, наверное, и проиграл этот бой. Пехота убивает тяжелые танки, как бы это смешно не звучало. В принципе, я здесь слил армию на 1000, где-то на 1500. И то есть тем, что я слил там куча ягов и хамелеон, у меня нету никакой нормальной армии. И здесь он просто меня продавливает спокойно. И я здесь ничего не могу сделать. Еще вертексы, 4 вертекса намного круче, чем 4 кречета. Ну и все, в принципе. Пытаюсь здесь как-то отыграть, куча армии его стоит.
пытаясь ездить. Даже сплэш очень больно бьет. Грады грамотно стоят сзади. Зевсы впереди танкуют. Очень мало урона по зевсам проходит. Во-первых, зевсы жирнее, чем ягуары. Во-вторых, зевсов просто очень много. И у меня ягов даже меньше уже осталось. То есть в два раза ягов меньше, чем зевсов, если не в три. И плюс ягуары не концентрируют урон по какому-то одному юниту. Они расстреливают каждый свою цель. Не, ну в принципе, в бою мне казалось, что зевсы очень жирные. Но так смотрю, ягуары их все-таки пробивают. Ну не так вот, чтобы очень хорошо. Ну в принципе, нормально. Просто ошибка в том, что я... Вот сейчас реплей смотрю, я понял, почему я проиграл. То есть, в принципе, я мог бы раскатать в легкую из-за того, что забрал ресы хорошо. Я ГХам на 1002 ресурсов я вот здесь просто слил. Вообще, просто слил в хлам. Ну, здесь вот тоже ошибки. Но я на самом деле увидел, что зевсы отъехали. А тут я помню, что стояли грады, были неприкрытые. Поэтому я подъезжаю и надо выбить грады. То есть, всего лишь как бы 5 градов, ну проблема, они делают уйма. Пару градов только смог выбить. Можно было здесь на разведке проехать, но я не смог бы, потому что вот как раз таки неприятно отряд бота еще приехал ему помогать. Я не смог бы на разведке здесь спокойно проехать, потому что я его ловил за свет. И он бы меня все равно расстрелял. На самом деле, вот видите, в чем ошибка. Еще и вертексы появились. То есть и дикобразы даже не спасают. Выбил он мне хамелеона, потому что хамелеон севший. Воздух я сразу не включил. То есть надеяться на то, что 4 дикобраза справятся с 4 вертексами, это очень глупо. Дикобразов должно быть штук 12. Тогда еще можно о чем-то думать. Ну, в принципе, здесь уже пошел слив. Вот из-за одной ошибки я и проиграл, в принципе, ему. И еще то момент, видите, здесь холм, я тоже не могу заехать. Как раз-таки я разложился прямо на подъеме, я не вижу ничего. Он сплэшем здесь хорошо расстреливает. Да, видите, даже попал как по зевсу, по хамелеону, хоть я его и передвинул. Все равно эта погода не сделала. И, в принципе, здесь вот слив пошел. Куча армии уже. Накрывает просто градами на голд атаке. Очень далеко стреляют грады. Здесь я успел отъехать я ГХам маленьким. Ну, уже ягуаров нету, хамелеона тоже нету. И, в принципе, я, по-моему, уже здесь покинул бой. Он, скорее всего, делал контракты. Ну, такое, друзья, у нас бой. То есть, он уже там еще контракты делал. 2 минуты я ему дал возможность. То есть, я не снес здание, вышел. Победил он честно. Я ошибся. Из-за того, что отвлекся на центральный отряд, о котором я хотел атаковать бота. Я про него вообще забыл. Не знаю, как это получилось. И, в общем-то, я впритык приехал к юнитам бота и слился об бункер и об них. И, в принципе, это была моя ошибка. То есть я и бота не пробил, и свою армию потерял вообще не так сказать, как надо было. Ладно, друзья, спасибо за просмотр. Вот такая вот ошибка, не совершаете вы ее. На этом будем прощаться. Всем удачи, всем пока.